Вот. А вот нас здесь, да? Видите, как, с чего мы начинаем, с чего мы начинаем. Вот флеточка, да? Ты играй, зайка, играй, играй. Давай, да, больше, да, 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 да. Вот, просто я засниму, давай. Да, да, да. Самый начинающий. Будущие солисты, скрипачи и пианисты приходят в Одинцовскую детскую музыкальную школу шестилетними малышами, не знающими нотной грамоты, а выпускаются через 8 лет уверенными исполнителями с тонким восприятием богатого музыкального мира. Дети, когда поступают к нам практически в этом же составе, они заканчивают, то есть они не бросают школу, они не просто остаются до конца и получают диплом образования, но неизменно очень большая часть из них, они посещают наши коллективы, то есть они остаются преданными и оркестром, и ансамблем, и хорам. Это для нас самая большая награда. И они приходят сюда как к себе домой. Детская музыкальная школа – одна из старейших в Одинцовском округе. Она была основана более полувека назад и все эти годы является ведущим профильным образовательным учреждением области. Последние 6 лет у штурвала творческого корабля стоит опытный руководитель и чуткий педагог Сергей Шаповалов. Я очень люблю свою работу. Я считаю, что она самая лучшая. Потому что она приносит радость, она приносит счастье, она приносит удовлетворение, и она, наверное, самая мирная на Земле, как профессор, профессия учителя, так и если вот ты не просто учитель, а ты преподаватель музыки, это, наверное, самое лучшее то, что есть. Помимо инструментальных классов, в школе занимаются хоры, оркестры и ансамбли. Педагогический состав – опытные профессионалы с многолетним стажем работы и неизменной любовью к детям. Поначалу руководить большим творческим коллективом было непросто, признается Сергей Владимирович. У меня в подчинении сейчас находится больше 100 человек. И, конечно, взаимоотношения выстраивать было не всегда просто. Я человек новый здесь был для них. Вот, ну, я думаю, что у нас получилось, и результатом вот этой работы является развитие школы. А развитие образовательного учреждения стремительно набирает темпы с каждым годом. Добавляются музыкальные дисциплины, расширяются коллективы, классы оснащены самым современным оборудованием. Так, интерактивная доска значительно преображает процесс обучения как для педагогов, так и для ребят. И, конечно же, во-первых, пишем, да? Да. Если нужно, стираем. Вот так, извините, стираем, да, что-то не то написали, если нужно, все очищаем. В текущем году школа кардинально преобразилась благодаря капитальному ремонту фасада. На достигнутом останавливаться не собираются, признается Сергей Шаповалов. Если что касается материальной стороны, конечно, нам бы хотелось потихонечку уже во внутренних помещениях кое-каких сделать ремонт. Вот, ну, еще мечтается, как и все, наверное, музыкальные заведения учебной страны, о хорошем инструментарии. Вот очень хочется, чтобы детишки играли на очень хороших инструментах, чтобы они сразу привыкали к хорошему. Полина Толмачева, Юлия Михайлова, телекомпания «Одинцова».